День семьи, любви и верности в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга отметили премьеры. Новая постановка под названием «О мудрости и чудесах Февронии» объединила различные сценические жанры. Оперные партии, драматические диалоги, хоровое капельное пение, вступление симфонического оркестра, элементы балета. Для оформления сцены были использованы видеодекорации, созданные с помощью современных мультимедийных технологий. На уникальном спектакле-эксперименте побывала и наша съемочная группа. Слово Валентине Пас. В основу спектакля легла известная повесть о Петре и Февронии Муромских, созданная публицистом XVI века Ермолаем. Сотканная из множества фольклорных сюжетов и мотивов, письменная история супружеской княжеской четы и на сцене воплотилась благодаря соединению нескольких жанров. Мы работали с повестью, которая является житием святых, и, конечно же, привычная всем оперная форма и драматургия не подошли к этому жанру. И мы стали искать все-таки вот эту вот манеру высказывания, эту форму подачи, и нашли ее в таком синтетическом жанре. И то, что изначально замышлялось как опера, в результате была реализована как музыкальный спектакль, музыкальные эпические картины о мудрости и чудесах Февронии. Музыка к спектаклю создана композиторами из разных стран мира и городов России, участниками третьего международного конкурса композиторов духовной музыки. Постановки звучат как современные произведения, так и старинные духовные мотивы. Особая историческая атмосфера, переносящая зрителя на 8 веков назад, достигается на сцене не только при помощи колоритных музыкальных композиций и эффектных декораций, но и благодаря уникальным костюмам и пластике артистов, передающих стиль древнерусских икон. Ну, иконопись довольно дает достоверное представление о таком русско-византийском костюме, который в 12, 13, 14 веке носили. Несколько условный, но в то же время и условный, и достоверный язык. Он имеет право иллюстрировать вот именно такую житийную литературу, житийную повесть. Это тот пример, который все мы, и церковные люди, и люди стоящие во власти, наверное, хотели бы, чтобы его воспринимала прежде всего наша молодежь. Потому что семья, наверное, это самое дорогое, что может быть у человека. И от того, какая она будет, зависит счастье и отдельных людей, и стабильность, и счастье всего общества. Идея проекта возникла 2,5 года назад и была реализована благодаря совместной работе филармонического общества и фонда поддержки русского искусства и православной культуры. Мне очень понравилась премьера этого спектакля. Она полная духовности, она отвечает санкт-петербургским традициям. Она состоялась в том месте, которое хотел бы, наверное, посетить каждый житель нашего города. Еще раз спасибо большое создателям. Прекрасное исполнение, прекрасный хор и солисты, оркестр, дирижер. Мне понравились все. Так что, девочки мои, хорошо выдержали эти 2 часа. Тебе понравилось? Понравилось. Это очень красиво, это очень вдохновляет. И это вызывает только самые светлые, самые настоящие чувства. И я думаю, что это настоящее искусство.